Я рыбачу в таком красивом озере. Папашечка у нас купается вот на таком красивом озере. Вот моя удочка с колокольчиками. Рыбка вон там плескается. Не ведется на мою приманку. Еще ни одной рыбки я не поймала. Только смотрю, как она прыгает. Из водички выпрыгивает и смеется надо мной. Кружочки идут. Там дали вот поля. Подсолнухи, кукуруза. Вон там вот ферма, на которой мы брали брынзу. Вон там, где водокачка. То есть соседнее село, в котором живет Иванович. Ходила в разведку, там вот внизу с еще одно озеро. Там такой молодняк. Его уж прямо руками можно ловить. А ловить там нельзя. Потому что эту рыбку вылавливают и выпускают сюда уже большую. Так что я чуть не проштрафилась. Паша довольно сидит. Так, смотрим за рыбкой, за папашей.